Не попавший в заявку на игру Кеби наблюдал за происходящим на поле с трибуны, а с финальным свистком захотел пройти в раздевалку, но был остановлен бдительным сотрудником милиции. Не узнавший футболиста милиционер, похоже, принял его за фаната и вежливо, как и принято обращаться с фанатами, постучал сенегальца дубинкой по спине. Кеби, видимо, от радости, что его посчитали за местного болельщика, поспешил подарить милиционеру первый попавшийся под руки увесистый предмет. Глазомер не подвел, и в дело пришлось вмешаться техническим работникам клуба и судейской бригаде. Я думаю, что ажиотаж просто родился на пустом месте. Обычный бытовой случай, когда два человека просто-напросто не поняли друг друга. В данном случае футболист Анжи Ибра Кеби и работник правоохранительных органов. Инцидент, к счастью, исчерпан и вполне мог бы остаться в ряду курьезов, на которые так богат футбол. Но как же хочется порадоваться за местную милицию, искренне полагающую, что слава Анжи распространилась настолько, что даже из Сенегала приезжают поддержать махачкалинский клуб.